Hello there. Here we go again. One week later. Yeah, boy. What? A few moments later. Seconds later. Surprise, motherfucker. The next day. Ladies and gentlemen, it's match day. Hello, Mother Fathers. Welcome back to another boring game in Noob Gaming. Goat Gaming YouTube channel. It's never great to be with you. Sorry to interrupt you, Stuart, but the Russian guys are here, and they want to commentate the game. Thanks, Derek. Well, tell them to fork off. Dude, they have guns with them. Oh, I'm so sorry. Please don't kill me. Ha! Come on, man. I did nothing. I love you guys. Ha! Ah!
А если бы вратарь сейчас не попал по мячу, что бы было? Роналдо. Давид Женуа. Сборная Аргентины уверенно идет вперед. Отличный момент есть. Выручает вратарь. Гол! Но он-то сыграл хорошо. 1-0. Сейчас будет веселее. Лусио. Рой Кин. Счет 2-0 у нас. Надеюсь, на этом команды не остановятся. Альфонсо Дэвис. Федерико Вальверде. Мяч у Беллингема. Правильно, долой мяч из штрафной. Фоден. Джуд Беллингхэм. Винисиус. Потащил этот удар. Эдисон Беккер. That's amazing. Перекладина играет. It was at this moment that he knew. He f***ed up. Гол! Какой обидный для... Счет 2-1. Карлос Альберт. Сборная Аргентины с мячом, она идет вперед. Карлос Альберт. Нужно продолжать играть. Нужно придумать что-то получше. Альфонсо Дэвис. Хороший прессинг, можно продолжить атаку. Давид Женуа. Здорово, защитник выносит мяч. Возвращаемся на поле, начался второй тайм. Посмотрим, как Реал будет отыгрываться. Разница в счете минимальна, так что сделать это можно будет очень быстро. Похоже, ждал он паса чуть раньше, поэтому... Прорыва сохранить достаточно ясную голову, чтобы точно ударить по воротам. Мы смотрим матч двух равных команд, счет 2-2. Давид Женуа. Это Роналдо. Зинедин Зидан. Надо было отобрать. А вот это может быть опасно. Судья фиксирует нарушение недалеко от ворот. Свежего игрока на поле выпустил. Коротким пасом разыграли. Альфонсо Дэвис. Хавьер Санетти. Лионель Месси. Очень хорошо они держат мяч. Нужно пробить. И покидает мяч штрафной. Патрик Вейра. Винисиус с мячом, у него может что-то получиться в атаке. No, God, please, no, получилось у них атаку развить, и мяч у соперника теперь. 20 минут осталось играть. Винисиус. Фил Фоден с мячом. Винисиус с мячом. Джуд Беллингхэм. Фоден. У них получается завладеть мячом. Пас перехвачен. У сборной Аргентины великолепная поддержка. Трибуны гонят их вперед. И нет, можно забивать. Можно играть в вратарь, не забивает мяч. И... Реала. Вот так у нас складывается концовка матча. Теперь у нас есть и лидер. Осталось играть 3 минуты плюс то, что добавит арбитр. Даниэль Карвахаль.
Фил Фоден. Беллингем. Винисиус. И все, финальный свисток прозвучал. Поздравляем сборную Аргентины с победой. Потрясающий матч. До самого конца они шли вперед и смогли забить на последних метрах. Thank you, everyone. Thank you for the applause.